Кстати, такое имя, дарканское есть. Женское имя. Чинара. Чинарес переводится ты как чинара. Чинара — это тополь. По-женски, да? Но у нас в русской традиции, знаете, где вы? У нас в России, у нас в Армении, да, у них в России, у них в Армении. У меня просто мама русская, папа армянин, поэтому у меня такие скотинки получаются. У нас в России, там, ты у меня стройна, как березка, ты у меня раскидистая, как тревинка, да?